Привет, друзья! Ну, в Поляных Зорях наконец-то наступило лето. По-моему, без всякой весны. Сегодня около 25 градусов. Жара. Я даже не верю, что здесь может быть так жарко. Но обещают завтра опять похолодание. Сегодня выбрался на природу. Вот здесь в парке какой-то концерт, по-моему, бардовской музыки. Так что пойдем посмотрим. Ну и, соответственно, вам покажу. Фестиваль Возрождения проходит в городе Полярные Зори. 33 года, он старше, чем я. Скажи, пожалуйста, вот ты сколько раз был на фестивале? Павел, я точно не помню. Уловить его номер все-таки вот не удавалось. Поэтому пришлось обратиться к архиву, и по документам он все-таки 33. Но это главное. Главное ведь, что фестиваль вообще проводится, несмотря ни на что. И это не может не радовать. Много всего интересного вы узнаете из нашего радио про фестиваль, его жителей, участников, гостей и программа, которую вы увидите на протяжении 2 дней нашего фестиваля. У фестиваля есть своя история, свои традиции, свои талисманы, свои люди, свои поклонники, свои доброжелатели, вообще все свое есть. И каждый год появляются новые фишки, новые традиции. Вот в этом году новая традиция стала работать наше бард-радио. В эфире настоящего времени, без записи, без подделок. Мы с тобой настоящие, правильно? Очень настоящие. Без ГМО. И самое время запустить наш первый джингл нашего первого бард-радио. Сейчас на дворе 2019 год. И традиционно выбрано это время для проведения фестиваля. А именно, вторые выходные июня в этом году, это 7, 8, 9. Фестиваль проходит в 3 дня. И уже через несколько часов начнется непосредственно сам фестиваль. Начинают приезжать участники, гости фестиваля. В этом году подали заявки несколько городов. Это город Мурманск, клуб авторской песни «Пять углов». Клуб авторской песни из Североморска «Бухта надежды». Клуб авторской песни из города Апатиты. Цех изящной словесности из города Мочегорска. Александр, представляешь, вот у меня слово «цех» и «изящный» рядом не стоят. Прекрасное название. Я не говорю, что название ужасное, просто для меня «цех» это что-то такое, не знаю, мужики там что-то курят. Из Челябинска. Возможно, из Челябинска. Изящной словесности. Также к нам заявлены участники из города Кандалакши и из города Полярный. Итак, мы начинаем наш первый эфир с объявления программы фестиваля. Вчера, 7 июня, состоялся первый концерт фестиваля. На меридиане Полярных Зорь в концерте приняли участие Владимир Юрков, Алина Прокофьева, город Санкт-Петербург, и Александр Иванов, город Калининград. А далее, сегодня, 8 июня, с 10 часов начался заезд участников. Проходит регистрация. Рукавички, валенки. Я тебя снимаю. Всем добрый день! Сегодня вышли на вылазку на озеро. Озеро, в принципе, даже называется Имандра. Это проток в город Поляны Зори. В связи с тем условием, что сегодня, естественно, у нас получается, тут еще и с заграниц приезжает. Вообще, все российские. И областной фестиваль бардов. Все играют на гитарах, вышли 6 часов. Сейчас время к часу. А вообще мы вышли, потому что у меня было позавчера день рождения, 35 лет стукнуло. Я не баба, я говорю сразу возраст. Вот, вышли вот шашлыки пожарить. Маленький бардачок, ребят устроили. Вот взяли мангальчик маленький. Хотя у них 1 июня здесь
Порядок наводили, да? Порядок. Был субботник, ну, видишь, по всему городу. Поэтому сегодня просто фестиваль, естественно, тоже будет небольшой бардачок, потому что люди со всех регионов приезжают. Некоторые просто свиньи бывают. Ну, что делать. Да. При сборе вот такого мангала будьте аккуратнее. У него края как угрытые закончены. Я думаю, сейчас подписку, чуть я маленько порезаю. Тем более при разборе. Как бы очень опасно, блять, очень опасно. Сейчас ее надо его попробовать собрать. Помню, как он собирается. Конструктор. Ну да, сейчас все, конечно, видно, четко все сделали. Удобно, конечно. Ну, я смотрю, и комары здесь появились, что-то... Комары еще будут. Они, по-моему, все больше и больше, да, здесь будут появляться? Ну, нет, в принципе, точно мало. Когда такая погода стоит, типа, комары много. Не бывает комаров, а вот когда вот пасмурно, тут влага, вот сюда. Сегодня погода хорошая, видишь, прямо шанация. Прямо шепчет. Да, погода хорошая и природа двухшаговой доступности здесь, в полярных зорях. Да. Выйти в лес подышать. Полазить по скалам или по камням, то можно каждый день выходить и гулять. Тут здесь люди приходят и гуляют. Детям-то вообще развлечение летом. Красота. Он туда вот дальше на косу пошел, вышел, туда дальше там прыжок. А там вот, я думаю, завтра стоят, туда там, пойти. Там покупаться можно, а здесь купаться нежелательно. Много строительного мусора. А, кстати, завтра похолодание вроде с Мурманской области, какой-то арктический циклон, да, двигается. Да, на той неделе. Ну, сейчас начнется открытие парка Тбилиси. Час у них открытия, а в 6 часов будет концерт. Соответственно, посмотрим. Надеюсь, что дождь пройдет и не испортит нам праздник. Артём, ты здесь какой день рождения встречаешь? Второе? Артём приехал в полярные зори и остался здесь жить. Так же, как я в свое время в Балаково. А тебе что здесь в полярных зорях понравилось? Есть? Я не знаю, мне запутывало просто. Север, природа. Я сам с Бурятии, природа там была шикарная. Ну да, по твоим фоткам видно, там горы, леса, озера, да там? Да. Рассказываешь на байдарках, там Байкал. Ну, не знаю, я зимой сюда приехал, первое впечатление. Темно, холодно. Не очень. Вот, а сейчас видите. Что сейчас? Три месяца и все? А потом почему? Опять? Сейчас до ноября месяца, потом мы опять начнем. До ноября? Тут еще самое интересное, весна запоздала, ветки запоздала. А потом осень, она отодвигается к декабре. Погода здесь непредсказуема. Вроде солнце было, жара. Сейчас опять туча надвигается. Гром гремит. Наверное, через полчаса будет дождь и обломает нам шашлыки, да, Артём? Да не обломает. Она мимо проедет, дрожа так. Да как мимо? Он затягивает нас. Это гроза. Вот это обещали. Гроза без дождя, что ли? Говорили, что в 6 часов концерт начнется. Ну, вроде какая-то тишина. Время уже 6:30. Посмотрим, что там за барды будут поступать.
жесток. Лежал человек без движения, и ангелы смерти спустились в путь. Обо мне, одинокая, срывая с неба ночи, кто-то вернется от меня. Да, я разбойник и убийца, и душегуб, и кровопийца. Но по ночам мне молятся, и не жалею я ни дня. Номинация... На ходу меняется. Все. Я уже не успеваю вообще впрыгнуть потом, как-то другое. Номинация «Дуэты». Город Североморск, Бухта Надежды. Андрей Миронюк и Мария Олени. Корейская осень. Автор. Александр Сафронов. Под дождями, под зонтами в ряду прохожие, на продрогших ворон похожие. В карельской ненастной осени есть своя благодать. Я вливаюсь в поток безбрежности, наслаждаясь карельской нежностью. В облаках горизонт, я забыл старый зонт, и не хочется мне бежать. А в Белом море рыбу ловят корабли от краешка до краешка земли. В свинцовых водах дремлет рыба камбала, зарывшись в ил с песком. Я наблюдаю чудный северный пейзаж, а на борту сонный экипаж. Не согревает солнце беломорский пляж, и ты так далеко. По московским нагретым улицам ты гуляешь, и не получится совершить перелет или вызвать борт, чтоб тебя увидать. Прогоняя назойливую хандру, я твой номер по памяти наберу. И услышу твой смех, через сотни помех будет день благодать. А в Белом море рыбу ловят корабли от краешка до краешка земли. В свинцовых водах дремлет рыба камбала, зарывшись в ил с песком. Я наблюдаю чудный северный пейзаж, а на борту купила сонный экипаж. Не согревает солнце. Тесто.
Сильный дождь над городом, где Мордор место, атмосфера морная. Просят маргиналы зрелищ, хлеба, крови, жутким одеялом тучи неба крови. Наш порез — эфир, наша боль — экран. Правда есть сатира, сыпет соль на раны. Убежать от мира, как СиДжей из гетто, но подстать кумира я вернусь до лета. Тетива пороки призовет Каиду, а судьба от скуки наметет обиды. Но в сердцах кошмар, что душит нас, растает. Даже в ночь полярную на час взлетает. Заметая кеды, докрутила вьюга. Забывая беды, мы простим друг друга. Осветила луч, обратив невзгоды. Откатил груз тучи, ощутив свободу. Распахнуть объятия под ветер счастья. Суть простой симпатии, пьянящей сластью. Рок зимы оставим на пролог сюжета. Срок печали таял и истек до лета.